характер трассы 5-го спецучастка? Все на месте. Опять длинные степи, опять было всего, но ралли Казахстан, все-таки я скажу, что камней не так уж и много, так что очень быстрые, прямые, очень быстрые. Дюны, я думаю, в этом году всем просто повезло, потому что ночью, видно, был дождь, но это точно он был, и дюны просто твердые, как можно вообще не сдуваясь, там все проезжают просто насквозь. Но я думаю, в следующем году, если попадет на хорошую погоду, не будет дождя, эти дюны очень трудные, в принципе. Они... С какой позиции вы стартовали? Ну, мы стартовали с 9-й позиции, мы финишировали 6-ми сегодня. Ну, мы в общем зачете пока 6-е. Ну, и уже, наверное, не очень там есть возможность чего-то, если там, как говорится, только кто-то сам поломается. Ну, в принципе, мы довольны. Хорошая тренировка. Полгода после Дакара прошло. Так что сейчас, как говорится, отвинтили достаточно. Ну, все-таки... 2500 спецкилометров, это достойно. А так...